Сотрудники ДПС в ночное время, неся службу на территории Ленинского района, организовали преследование за автомашиной ВАЗ-2110, водитель которого не выполнил законные требования об остановке транспортного средства. В результате преследования водитель транспортного средства 1989 года рождения совершил наезд на инспектора ДПС, который получил травмы. В дальнейшем на одной из улиц транспортное средство правонарушителя было заблокировано, а сам он задержан. Как установлено, гражданин управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За что задержан, спрашиваю? За то, что гаишники погнались за мной. А почему они погнались? Без понятия. В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 318 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. А это результат погони за другим нетрезвым водителем в Октябрьском районе. Злоумышленник решил испытать скоростные качества своего авто, но, судя по всему, градус опьянения оказался слишком высоким. Водитель был задержан. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Нарек Кочетрян, Вести, дежурная часть, Саратов.